Семейство Никифоровых повторяет слова спортивной кричалки. Через несколько минут, когда прозвучит стартовый свисток судьи, девиз «Мы команда, просто класс» будет поддерживать их волю к победе. Мне интересно участвовать в жизни своей дочери вообще, чтобы прививать любовь к спорту, к жизни и повышать вообще общий жизненный тонус и настроение весной. Команда Никифоровых – один из 5 коллективов, представленных на турнире. Такие мероприятия для 16-й гимназии – хорошая традиция. Руководство школы регулярно проводит праздники для всей семьи, в том числе и спортивные. Для формирования навыков здорового образа жизни, для того, чтобы с семьей проводили больше времени, особенно на спортивных мероприятиях, это же здоровье, это... это общее дело, так, как говорится, которое никогда и никуда не денется. В ходе соревнований дети и их родители погоняли швабры и теннисный мячик, преодолели веселую эстафету и попрыгали в длину. Самые сильные, ловкие и смелые получили грамоты от руководства гимназии. Наталья Григорьева, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение.